Фестиваль первичных отделений российского движения детей и молодежи – ежегодное мероприятие, которое объединяет активную молодежь Губкинского. Всего в движении первых в городе состоят около 1100 подростков. Приветствовал на фестивале активистов глава города Андрей Бандурко. Наше Губкинское движение объединяет активных, добрых, дружеских и добросовестных ребят. И хочу сказать, что вы, ребята, самые лучшие у нас. Мы вами гордимся. Сегодня у вас будет насыщенный день. И день действительно был насыщенным. Чего только стоили проекты, которые ребята посвятили году семьи в России и году детства на Ямале. Проект «Семейная гостиная первых», его суть заключается в создании места для семей, которые активно участвуют в активностях от российского движения детей и молодежи. Благодаря движению я познакомился с людьми с разных уголков нашей страны, от Москвы до Владивостока, потому что участвовал почти во всех активностях РДДМ за пределами Ямала. Программа мероприятия была разнообразной. Более 100 человек поучаствовали в тренингах и квестах, а также в игропрактике на решение сложных социальных задач посредством мероприятий и акций. Основной упор организаторы сделали на сплочение и знакомство подростков из разных первичных отделений. Мы решили все команды немножко перемешать вот, на 12 различных новых команд. Вот, для ребят будет представлен квест по станциям. Станции у нас включают различные задания по направлениям движений, тоже их 12. У нас 12 направлений и 12 станций. Напомним, движение первых действует по поручению президента России Владимира Путина и объединяет детей и молодежь по всей стране. С момента основания в 2022 году до сегодняшних дней главная его миссия – предоставление молодежи возможностей для развития и реализации своих идей. Я стала более открытой, хочу, например, больше участвовать в всяких мероприятиях и больше заводить знакомств. Третий, финальный день фестиваля, для всех желающих прошло обучение по проектной и грантовой деятельности. В декабре месяце мы получили финансирование от российского движения детей и молодежи. Вот, и на эти деньги мы сейчас реализуем данный проект, который называется «Гранты и точка». Спикерами обучения стали первые на Ямале амбассадоры «Росмолодежь Гранты». Мы приехали провести проектную школу для ребят движения первых в рамках фестиваля. Сегодня поговорим о том, как формировать проектную заявку, как выходить с ней на гранты. То есть под ключ оформим проект и даже проведем такую прожарку, мини-защиту. Волонтерство, экология, патриотизм, медиа и творчество – самые интересные темы для губкинских волонтеров. Некоторые из них поделились своими идеями по улучшению городской среды с нами. Они работают по такому принципу, то что человек вбрасывает пластиковую бутылку в урну и насыпается корм и наливается вода собаке. И я подумала, то, что так как у нас холодно, можно эти кормушки сделать обогреваемыми. Пока одни активисты проходили обучение, другие веселились на уличных гуляниях, где работали интерактивные площадки. Сегодня мы проводим семейные гуляния для семей участников российского движения детей и молодежи. Сегодня для них работают интерактивные площадки боулинг, кольцеброс, бельчье колесо, валенки. Еще у нас пройдет мастер-класс по выпеканию блинов. Также для всех участников работает национальная кухня. Там будет гречка с тушенкой, горячий чай, блины, баранки и прочая русская кухня. Несмотря на холодную погоду, на площади перед молодежным центром было по-настоящему жарко. Мне понравилось колесо, в котором надо крутиться. Я там несколько раз упала, и там теперь я понимаю хомяков. Закончилась программа всеобщим хороводом. Напомним, в Губкинском действует 14 отделений движения первых. Это уникальная площадка для тех, у кого есть идеи, для тех, кто двигает город вперед и делает жизнь губкинцев лучше. Марина Ефремова, Денис Гонцов, Олег Короткевич. Новости Губкинского.